Она прям бесится, если кто-то открывает. Короче, нам надо, видимо, как-то камеры отключить. Скорее всего, где-то перекусить провод. Честно, ему накажет и выпарит еще. Всем привет! Рада видеть на моем канале Цилька Плей. Я Наташа. Мы сегодня с вами играем в Scary Teacher. Вышло аж 4 новых, скажем так, уровня. Я так понимаю, посвященных Дню Святого Валентина. Хоть он уже и кончился, но почему-то обновление вышло сейчас. Я не знаю почему, но давайте на него посмотрим. Scary New Year. Серьезно? Ладно, спорить не буду. Не забывайте подписываться на каналчик, поддерживайте меня лайком, а мы с вами, что, начинаем. Миссис Ти хочет, чтобы ее новогодняя вечеринка была, видимо, великолепной. Давайте поможем ей в этом, ну давайте. А давайте без давайте, нихера себе флекс. А в старости так закон вообще флексить? Хера, Фрэнсис там жигу-дрыгу танцует. Она говорит, проверь, что-то работает ли какая-то шоу-херня. Это что такое? А, это гигантский дискошар. Ёб твою мать, нихера себе. Ладно. Давайте подпортим ее праздник. Вы что, охерели, что ли? У меня же есть бесплатная... Что, охерели? Серьезно? У меня бесконечная энергия. Что за бред? Это просто трэш какой-то, ты прикинь. У меня бесконечная энергия. Вы что, охерели, что ли? Так, смотрите, я вижу здесь какой-то шампунь. Я вижу какой-то здесь гель. Так, это не шампунь, это была какая-то штука по этому самому, видишь? Ладно, бензин какой-то, типа того. Грис, я не знаю, что такое грис. Возможно, это какой-то типа гуталин. Давайте сначала с вами ходим по улице. Ищем все необходимые с вами штучки-дрючки. Вот, но я так понимаю, что нам решать головоломку нужно будет изнутри с вами. Так, попробуй уронить, наверное, механический вот этот шарик. Ну что ж, попробуем сейчас его уронить. Что я могу сказать? Здесь вроде бы ничего нету, да? Из того, чтобы нам могло с вами пригодиться. Поэтому пойдемте с вами сходим в подвал, посмотрим, есть ли что-то в подвале. Нету здесь ни херашечки. Так, давайте выйдем, чё? А где наша мадама? А куда она идет? Она идет в другую сторону. Это хорошо, значит, я могу пойти в эту сторону. Здесь ничего нету. Пойдем сходим с вами на второй этаж, раз она тут на первом тупит. Посмотрим, что есть на втором этаже. Так. Есть энергетическая банка. Ну, блин, ладно, давайте я ее возьму. Керли нет. Ну, пусть будет. Но я покупала же бесконечный режим. Он почему-то соскочил. О! Сейчас вообще времени типа нет. Реально так бесит, что оно постоянно глючит. Говно. Так. Какая-то херня. Тиски в соски. Соски в тиски. Называется она так. Есть еще что-то такое, что мы с вами не видели. Я чувствую, это будет очень сложно сделать. Что-то есть такое предположение. Уже у нас 3 новых предмета, которых мы с вами до этого не видели. И непонятно, что с ними делать. Боулинг-шар. Ага. Еще и пила. Нихера не поняла. Так, ну ладно. Вот он, диско-шар. Подождите, а можно я сделаю вот так? Я же могу их выкидывать? И где он? Тихо, подожди, а куда улетела моя херня? Подожди, а куда она улетела? Алло! Тетя! А, вон она прилипла. А-а-а. Вот это прикол. Ты видала, оно прилипло. Так, смотрите-ка. Дропнем это здесь. Пусть лежит. Я тут еще что-то видела. Какой-то кокосовый сок. Возможно, в него стоит что-то налить. Мне показалось, или я видела здесь арбуз? Нет, наверное, показалось. Тебе показалось, этого не было. Ну что ж. Так, смотрите-ка. У нас есть шар для боулинга. У нас есть краска. У нас есть какая-то херня, которую мы просрали с вами наверху. Поэтому я за ней сейчас пойду схожу. Да угомонитесь, женщина. Охладитесь.
Охладитесь, остановитесь. Не надо, ну вам. Забирай, беги, господи, беги. Она же сейчас догонит. Вперед, бежим! Нет! Нас не догонят, нас не догонят! Где она, ёб твою мать, она не отстает от меня. Да посмотри, какая овца. Отстань от меня, женщина! Отстала? А куда опять эта... Почему? Почему она опять прилипла туда? Чё за бред? Ну, понятно. У меня не очень хорошее это самое предчувствие касательно всего этого. Меня еще очень сильно раздражает то, что эта хрень, она постоянно здесь. Ой, да пошла ты в жопу. Так, что с этим делать? Что с этим совсем делать? Так, давайте я попробую взять гуталин. Он сюда не добавляется. Что же делать? Так. Ой. Это что? Это что? Это что? Так, атакуйте пасту маслом. Каким маслом? Вот этим? Вегетарианским маслом? Каким маслом? Подожди. Каким маслом? Может быть, тем машинным маслом, которое я подкинула? Потому что, скорее всего, ним. А как я его достану? Да, вот оно, ойл. Да, это плохо. Короче, придется начинать сначала, что я хочу сказать вам. Смотрите, масло получается немножечко волшебное и сказочное, потому что оно прилипает к потолку, и это очень плохо, то есть я его кидать не могу, то есть мне его в идеале носить с собой. Вот эта херня тоже непонятно для чего, но пусть будет. Пойдемте с вами тогда заберем шарп для боулинга, он получается у нас на втором этаже стоит. Вот, ну а что делать, пойдемте. Так, где наш шар для боулинга? А ну-ка, покажите нам наш шарик. Он где-то был здесь. Шарик, шарик, попила шарик. Вот он. Угу. Так, берем вот эту штуку. Я не знаю, на кой хер она тут. Но раз она есть, то значит, в ней есть какой-то тайный сакральный смысл. Слушай, отстань от меня. Вообще охеревшая игра. Реально охеревшая. Я покупала себе бесконечный режим. Оно опять слетело. Каждый раз какие-то проблемы. Значит, смотри. Вот у нас получается вот эта хрень. Разбиваем. Теперь масло. А куда масло-то? А куда масло-то? Find some gadgets, чтоб drop ball. Гаджет. Чего? Чего? Ничего не поняла. Какой-то гаджет найти. Какой гаджет? Какой гаджет найти? А что мы еще с вами находили? Я не помню. А! Во! Так, это вот этот гаджет. Значит, что нужно? Атакуй Clamp and Past Oil to the Drop Ball механизм. Ну, я не знаю, как это делать, но сейчас попробую. Непонятно, как это вообще работает. Может быть, вот этот механизм? Как это работает? Как это работает? А, мы типа ее отвлекли от шара, получается, да? Хера! Так, и чё? Убеги до того, как Мисти тебя найдет. Ладно, хорошо.
Ничего не поняла, но очень интересно было. Я просто запрыгнула туда, как не пойми кто. А для чего вот этот гель в банке? Ну, типа, я понял, мы ее, типа, мечом для боулинга отвлекли. Она, типа, пошла нахер. Вот, а то она там, типа, около него маячила. А потом мы, короче, защемили вот это все и якобы сломали механизм. Ну, посмотрим. Надеюсь, мы предприняли с вами верное решение. О, мы все правильно сделали. Ничего не понятно? Вот реально вообще. Ну ладно. Давайте пойдем с вами домой. Может, всякие игры нам следует играть? Чем мы играем в какую-то уродливую бабку? Надо играть в красивых баб. Так, заходим. Следующий уровень The Chill Factor. Так, если скульптура изо льда, что если повернуть миссис Ти во льду? А, ну короче, надо, видимо, заморозить миссис Ти вместо скульптуры. Она, видать, сделала скульптуру, припрятала ее такая в холодильник, думала, что мы не найдем. Ого, прям под камерой. Ничего себе. Она прям бесится, если кто-то открывает. Короче, нам надо, видимо, как-то камеры отключить. Скорее всего, где-то перекусить провод. Сейчас она его накажет и выпарит еще. Она ее закрыла? Что ты делаешь там, дура? Никто не испортит мою скульптуру теперь. Нихера ты охеревшая. Ладно. Пойдемте искать варианты, что мы можем с этим сделать. И что я могу сказать? Так, сначала идем по первому этажу, смотрим. Бензин, во-первых, вот это вот кусачки нужны. Скорее всего, при помощи них мы сможем перекусить цепь, если не найдем ключ. Вот, что еще мы можем здесь сделать, я пока что не знаю. Но сейчас будем с вами импровизировать, как всегда. Потому что тут иногда решения, они прям не очевидны. Так, найдите что-то, чтобы, видимо, уничтожить скульптуру миссис Ти. Ну, у меня есть пока что кусачки. Надо, может быть, включить теплый режим, отключить, типа, холодильник. Кто знает, кто знает. Так, пойдемте сходим в подвал. Посмотрим, как обстоят дела в подвале. Может быть, мы тут что-то сами найдем. Так, смотрите-ка. Какая-то хурга. И не знаю, для чего она... И что она значит? Ну, раз она есть, то пусть будет. А если ее нет, то и нафиг оно не надо. Хорошо, у нас два новых предмета. Это болторез. И получается вот это какая-то стойка, как будто бы для лыж. Она там реально в телевизор пялит. Ты посмотри. Я думаю, что реально где-то мы должны как-то испортить телевизор, чтобы она не видела, что мы там безобразничаем. Так, ну пойдемте. Потихонечку. Потихонечку идем. Потихонечку пойдем. Здравствуйте. 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 Я возьму пока что ножницы. Мне кажется, если я найду провод, можно будет их перерезать. Та-да-ри-та-ти-та-ти-та-та. Так, спокойно. Она вроде бы из этой комнаты не выходит. Так что пусть она пока что в ней тупит. Мы сейчас с вами спокойно здесь полазим, посмотрим, что тут вообще есть, с чем мы можем с вами работать, с чем мы работать не можем. Так, ничего тут нету. Слушай, она реально именно на этом этаже. Ты видишь? Так, пойдемте походим с вами тогда по первому этажу. Там, возможно, может быть на первом этаже Фрэнсис, но я надеюсь, что его там нет. Так, проектор. Или это фотоаппарат? Я поняла. Слушай, прикольно. То есть нам сейчас нужно сфоткать пустую херню, потом, видимо, где-то распечатать и типа повесить, чтобы миссис Ти поверила, что у нас как будто бы, ну, нихера ничего не поменялось в жизни, а на самом деле. Оно очень даже сильно поменяется. Так, использую камеру висели. Так, а как ее использовать-то? Ага.
Так, сделай лучшую картинку. Так, а что это вот это за кувшин? Нахер он тут нужен? Так, сделай лучшую картинку. Мне надо как-то мисс Ти, получается, отвлечь. А как ее оттуда теперь убрать, ты понимаешь? Мне надо эту картинку теперь как-то налепить. А миссис Ти постоянно там находится. Видать, ее придется сейчас выманить, чтобы... А-а-а! Подожди, мне, наверное, нужен клей. Мне, наверное, реально нужен клей, чтобы ее прилепить, эту картинку. Так, а где мне высрать клей? Клей, ты где? Клей! Ты мне нужен, воробей! Клей, клей, клей! Когда надо, клея нигде нету, да? Вот безобразие какое. Так, клей. Слушай, а может и не нужен этот клей? Ладно, пойдемте. Что могу сказать? Вперед, вперед, вперед! Перед смертью не надышишься, как говорится, да? Я так понимаю, когда она отойдет, нужно просто выждать момент и тихонечко-тихонечко зайти. Когда она вот так вот, типа, отворачивается. Так, а в какой она комнате? Понял. Понял. Так, подожди, а как мне сделать-то картинку? А-а-а, может быть, я, блин, я такая тупая, я поняла. Мне надо на камеру прилепить. На камеру. А-а-а. Так, и чё? И шо? Ага. Так, make Miss Ti sleep, не the fridge. Не знаю, что это такое. Но... Я сделаю вот так. Во, видишь, у нее теперь есть картинка, которая не меняется. Так, а почему я не могу открыть холодильник? Что мне нужно еще сделать? Так, а что сделать-то надо? А у нас были какие-то еще предметы, которые мы можем здесь заюзать? Заставьте Miss Ti поскользнуться возле холодильника. А, это вот тут. Убеги до того, как Miss Ti тебя поймает. Видишь, без переводчика иногда сложно понять, что от тебя хочет игра. Но мы с вами вроде бы справились и все сделали. А не надо вот эту херню убирать. Подожди, стой! Не надо ли ее убирать? Подожди, подожди, подожди. Вот эту хероту. Не надо убирать. Так, а Miss Ti ее заметит, разве нет? Ладно. Видать, не судьба. Надеюсь, все сейчас получится. Иначе, если не получится, можно будет расстроиться. Пожалуйста, подскользнись. Даже не надо прятать свою шалость. А где фигура? А где фигура? А это что за... Но мы заморозили Миссис Ти. Очень странные уровни, если честно. Ну ладно. Увидимся с вами в следующих сериях. У нас еще с вами осталось два уровня вот в этом вот подуровне. Так что увидимся с вами в них. Вот у нас осталось вот это вот и вот это вот. Не забывайте поддерживать лайками, подписывайтесь на каналчик. Увидимся уже очень скоро. Пока.